Здравствуйте. Меня зовут Денис Бородин, 1978 года рождения. Мое образование – актер театра и кино на базе Свердловской киностудии город Екатеринбург. Имею опыт в съемках в кино, рекламах, и одной из своих работ горжусь в картине молодого режиссера Всеволода Шарыпова «Герой нашего времени», где я сыграл главную роль глухонемого. Это глубокая драма семейная, основанная на реальных событиях. Это была тяжелая, трогательная роль. И все потому, что я умею говорить и слышать. Наверное, этим все объясняю. Имею и пользуюсь арсеналом полезных навыков. Сочиняю стихи, пишу музыку, пишу картины. Мои друзья инструменты – это гитара, фортепиано, профессиональный вокал. Владею восточными единоборствами. И я призер по смешанным единоборствам среди непрофессионалов. Я владею огнестрельным оружием. Участник всероссийских соревнований по стрельбе из лука. Вожу любой вид городского транспорта. Опыт у меня погружения под воду, прыжки с парашютом. Мой английский разговорный, бытовой. В общем, я человек, которому интересно все. Я многогранен, и я открыт для любого вида творческого процесса. Еще в народе про таких говорят «человек-оркестр». Да. Мой рост 185 сантиметров, 52 размера одежды, 43 обувь. Обладая железной самодисциплиной, готов к сотрудничеству и благодарю вас, что досмотрели мой визит до конца. До встречи на съемочной площадке.